Всем привет! Вы на канале Сельхозпеределкин, и это уже долго не выходивший влог депутата. Сейчас мы находимся на нашей, так сказать, сельской мусорке бывшей, где она находилась ранее лет 20, так сказать. Уже проводятся здесь планировочные работы. Ровно, ну, год назад, даже, может, чуть больше, нет, ну, год и несколько дней, грубо говоря, год назад мы здесь по моей инициативе с людьми собирались, убирали стекла, там ветки, ну такое, что можно было сжечь, что можно было убрать, чтобы как бы подготовить почву для трактора. Вот, ну потом мы всем селом также сложились деньгами, каждый, как говорится, понемножку сделал свою лепту, и теперь мы здесь наводим такой порядок. Значит, что планируется здесь? Планируется, как видите, вот работы уже начались по планировке для того, чтобы грунт был более-менее ровный, чтобы когда пойдет амброзия, сорняки, их можно было хотя бы обкосить. Мусор пока загорнули вот так вот близ посадки. Надеемся, что после выборов 30 апреля объединение громад у нас будет, да, некие перестановочки в законе произошли, должно быть больше денег, и может быть даже получится его вывести. Но это будет потом. На сегодняшний день мы хотим хотя бы разровнять, чтобы здесь уже какие-то работы, то есть начать, да. Это, повторяюсь, не за бюджетные деньги, это за бюджеты жильцов, естественно, которые здесь же и мусорили, да, которые здесь и, говорится, сделали свой вклад для этой, для уборки территории. Значит, сейчас мы приедем еще на тракторе с прицепом на своем, чтобы вот этот мусор, что сейчас вдалеке, потом я его попробую показать, думаю, получится показать, уберем, то есть куном будем грузить трактором в прицеп и возить вот сюда в одно место. Потом подправим, чтобы все это было в одном месте. И также и проведется, естественно, планировка. Работает у нас GCB-шка вот такая вот. В принципе, работает неплохо. Ну, быстро работает, то есть не тянет время тракторист. Нам это нравится. Вот. Так что так. Вот все прошлые выпуски влога депутата можете посмотреть по ссылкам, данным в нижней части экрана. Вот такой вот куча мусора. Развернуться сильно не могу в другую сторону, потому что у нас слева сзади, получается, дует ветер, и он забьет весь звук абсолютно. Вот, планировочку начали полчаса назад. За полчаса, в принципе, сделан не маленький объем работ. Сейчас я сделаю паузу пока что для этого. Будем дальше работать, поговорю с трактористом, что там, какие наши планы далее. И уже встретимся в продолжении ролика. Так, вот мы и пригнали, собственно, в прицеп. Сейчас погрузка и происходит. Потому что все-таки возить куном метров 50, наверное, нецелесообразно. Лучше ж прицепом, говорится, 3-4 ковша и повез. Потому как здесь вот этот мусор, он планировке не поддается. Тут сильно много мусора, как бы тут вообще и шифер там, и бетон, и все. Ну, как бы делать уже так делать, чтобы была вот такая вот площадочка, а не бог знает что и про что. Да еще, да? Еще. Вот такое вот дело. Ну, у меня сейчас, правда, побежим один из прицепов. Сейчас вот этот побежим, я открою борт. Потом уже, думаю, встретимся, ну, вывезем, я думаю, при конце, при самом, говорится, окончании уже работ, думаю, потом уже продолжим съемку, чтобы тавтологией не заниматься, что тут показывает. Работает и работает техника. Так что так. К слову, я и баллотируюсь сейчас, получается, уже на объединение громад. Естественно, подал тоже свою кандидатуру. Ну, посмотрим, что будет после 30 апреля. Может, выберут, а может и нет. Ну, думаю, так, если подумать, людям обижаться на меня не за что вообще. Ну, а там... Назад, назад, назад. Не за что. Ну, ну, в общем, короче, результаты покажут, потому что у меня сейчас не одно село мое, а получается три села. Два села и две улицы в большом таком, ну, нашем, говорится, это, сельсовете, где сельсовет. Поэтому посмотрим, что оно будет и... Какие результаты будут уже после выборов? Сейчас побегу открыть. О, опа. Так, хоть бы камеру не разбить. Хороший прицепчик, тонны 4, а то и может до 5 грузится, 100%. Оно тяжелое вместе с грунтом. В общем, вот так, друзья, работа и продолжается. Все, делаем паузу, буду дальше продолжать.
Так, ну что, по истечению примерно 3 часов, почти 3 часов, уже заканчиваем мы работы. Вот такая вот площадка примерно получится. Еще, ну, пару прицепчиков отсюда. Вот это вот уберем. Там, ну, ландшафт еще немножко поравняется. И вот такая вот кучка получилась мусора. Как я говорил, она полежит пока что, говорится, может быть, дай бог, будут перемены к лучшему и вывезется. Но об этом мы уже сообщим в следующих выпусках, дай бог. Вот. Вот такой вот, собственно, и получился влог депутата. Естественно, до этого мы тоже не сидели, ну и сидел я на месте, говорится, по своей силе помогал людям, но дела были слишком мелкие, там особо хвастаться нечем. Но вот это вот такое, что стоит вашего внимания и стоит этого ролика. Вот, дальнейшая судьба, естественно, будет здесь уже обкашивание сорняков. Я думаю, видосик тоже будет об этом, если я здесь это буду лично делать. Обкашивать этот участок, чтобы он, ну, не разводить сорняки, типа амброзии и прочего. Вот, собственно, и все. Благодаря еще английскому GCB, это еще оригинал, ему 14 лет уже трактору, это сейчас там, ну, китайцы выпускают все, а это еще вроде бы оригинал. Благодаря ему вот такой мы участочек и сделали, естественно. Да, мусор, остатки мусора еще есть где-нигде, да, допустим, вон там, вон шифера кусочек. Но это все пустяки для трактора с косилкой, это не проблема, с годами это все зарастет, поравняется и все. Главное начать, а там уже все будет хорошо. Все, вы были на канале Сельхозпеределкин, это очередной влог депутата. Впереди выборы, уже встретимся после выборов, если я, конечно же, пройду. Все, всем пока!